Стройка идет, а разрешения на нее нет. Этот удивительный факт выявила прокуратура Фрунзенского района областного центра. В ходе проверки установлено, что подрядная организация выполняла работы на объекте даже без проектной документации. Между тем, это многоквартирный жилой дом, расположенный в самом центре города, около Шереметьев-парк-отеля. На должностное лицо возбуждено дело об административном нарушении. Руководитель строительной организации нарушил федеральное законодательство. Стройку на время разбирать и до момента получения необходимых разрешений сотрудники надзорного ведомства приостановили. Прокуратура города Иваново поступило обращение от главы города. Соответственно, по информации, полученной от администрации, было принято решение о проведении проверки. Данные случаи не являются частыми у нас в практике прокурорского надзора за 2016-2017 год. Это был первый случай данных нарушений. Возбуждено дело об административном правонарушении. Предусмотрено наказание на должностное лицо в размере от 20 000 рублей.